какое настроение в Голливуде в праздники. Покажем на примере одного лица. Рис Уизерспун сняла видео. Это сын подруги. Рис попробовала повторить его выражение лица, но это не под силу даже оскароносной актрисе. Странный год, странные елки. Дерево Кейт Хадсон наклонилось, как Пизанская башня. Если свалится елка Дуэйна Джонсона, то прямо в его бокал. Поредела ель в доме Сальмы Хайек еще до праздников. Филин Сальмы не рискует там сидеть. Посмотрите, где устроился. У Дольфа Лундгрена не болит голова за ель, а за молодую супругу, да, как бы не увели. Ирина Шейк, похоже, наряжала елку с дивана, издали закидывая на нее мишуру. Здесь ель украшена аккуратно, но разве на нее вы сейчас смотрите? Кристина Агилера надеется, что нет. Княгиня Монако Шарлен вышла с рождественскими подарками, и все ахнули. Нет, подарки обычные, а вот 42-летняя Шарлен сделала дерзкую прическу, выбрила левый висок, нарушила королевские правила. Принцесса Панк, такое возможно в 2020-м, да.